Транзитный период является одним из самых критических этапов в жизни молочного стада. Важно признать тот факт, что связанные с ним сложности могут также создавать невероятные возможности для изменения будущего. Изменения к лучшему. Сегодня фермы теряют в среднем до 10 тысяч рублей на корову в год вследствие метаболических нарушений. Очевидной для производителей является только 1/3 от этих потерь. Остальные 2/3 – это скрытые потери. Снижение молочной продуктивности, увеличение процента выбраковки или ухудшение здоровья животных. Как оптимизировать использование потенциала коров в этот критический период? Каждая ферма сталкивается со своими трудностями. Не существует единого верного для всех решения. И важно иметь партнера, который разработает индивидуальный план для вашего хозяйства. Ready to Milk – это систематическая оценка работы в хозяйствах по 4 этапам. Выявление проблемных участков, где можно добиться экономически ценных улучшений. Составление общего плана работы, разработка плана программы Ready to Milk и отслеживание прогресса. Комплексная программа Ready to Milk адаптируется для каждого хозяйства и позволяет совместно успешно справиться с транзитным периодом. Вы можете быть уверены в том, что ваше стадо находится в оптимальном состоянии и полностью реализует свой потенциал в производстве молока, в то же время оставаясь здоровым.